тот же день. Выходит, я уже знаю, что будет дальше, да? И пляж этот гребаный, я уже видеть не могу. Стоп, это что, у меня теперь-то каждый день будет вот так? Ну нахер, я разорву эту петлю. Ну чего? Весьма эффектно. Аплодирую одной рукой. Ну тогда готовься хлопать двумя. Трупов будет еще много. Убил меня и еще парочку, но ты реально думаешь перебить тут всех? Неэффективно. И совесть замучает. За мою совесть можешь не волноваться. И если снова устроишь мне засаду, результат будет такой же. Короче, обыскать квартиру, взломать сейф, взять ПЗП, разорвать петлю. Да. Невозможно привыкнуть. Зовут Терренс. Он лаборант, который скрывается от темного прошлого. Он долго боролся с твоими демонами, но давайте не Что? Ну, не жадничай. Веселяться без нас.
это не Кольт. Это Кольт? Да! Люблю браки! Они вернутся! На сегодня все... Сколько? Я сейчас вернусь! Сейчас не надо. Ты тут... Рычаги. Вечно с ними проблемы. Так, все, здесь должна быть ПЗП. Ну-ка. Чё? А где пушка? Вот так я и разорву петлю. Короче, 8 человек, один день, по 3 часа на рыло. Ничем кажется. Ты? Ага. А, ну ладно, а что делать-то? 8 целей, 1 день. Нам бы еще парочку кольтов, и можно устроить кольт-апокалипсис. Что? Не, слушай, я ж тут ненадолго. А как ты сюда попал? Тебя же застрелили 2 петли назад, или 3. Покажи мне, я другой. Как? Слушай, нас 1000, или даже больше, но ни один из нас не дошел до конца. Ладно. Ты должен быть лучше всех нас. Для этого мало палить во все стороны. Но мне нравится ты палить. Ты должен быть умнее. Только так ты исправишь это. Это и это. Лучше бы кольт-апокалипсис. Лаборатория Винзе. Найди резидуум. Он упростит тебе жизнь. Но не хочешь — не упрощай. Дело твое. Большой уже мальчик. На что ты смотришь? Почему ты... Вот сволочь. Ладно. Погнали. Лаборатория Вензе. В ПЗП написано, что это в комплексе. Можно оттуда и начать. Хватит мне патронов. Кто она? Серьезно? Тебе пришло предложение? Ни хрена.